Здоровушки, в эфире самодельная еда. Рецепт кускуса божественного вкуса. Для быстрого перекуса. Нам понадобится стакан этой прекрасной крупы. Высыпаем кускус в удобную емкость. Добавляем пол чайной ложки хмели сунели или целую, но без горки. А еще 1-2 столовые ложки соевого соуса. И равномерно распределяем, перемешивая. Заливаем кипятком в соотношении 1:1. Можно и 1.5, и 2, но каша может получиться более жидкой. Столовая ложка растительного масла или кусочек сливочного сделает ваше блюдо менее сухим. Накройте и дайте настояться минут 5. Добавьте лайк или комментарий на свой вкус. Разрыхлите при помощи вилки, чтобы не образовывались комочки. Быстренько насладитесь вкусным завтраком и скорее бегите на работу. Или куда вы там бегаете по утрам? Там и встретимся. Пока!